Было бы крайне нелогичным отвергать предложение Баку по нормализации отношений с Ереваном. Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Баку представил базовые принципы по нормализации армяно-азербайджанских межгосударственных отношений и сейчас ждет ответа армянской стороны. Однако после того, как мы предложили второй документ, представитель МИД Армении вчера озвучил планы страны обратиться к международным посредникам для начала переговоров в связи с мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном.